Паша, давай! 750 метров плавания, 20 метров мела и 5 километров бега. Отправить! Это Iron Way, Харьков, 2017. Сегодня сразу 4 представителя КЛБ «Кремень» на старте. Денис Соловятенко, еще Антон Заичин. 50 метров спринт, 20 ехать, 5 бежать. Это спринт, это быстрая дистанция, будет очень интересно. Старт ровно 8:00, это через 5 минут. Поддерживаем, Сережа, давай! 20 километров бега и 5 километров бега. Отправились! Это Iron Way, Харьков, 2017. Отправились у нас топ 77 зарегистрировавшихся участников. Отправились на плавательный этап. И первый после этапа Станислав Головенко. Ваши поздравления, Света, громче! Вторым сегодня после первого этапа становится Сергей Невзоров. Ваши бурные аплодисменты, поддерживаем спортсменов. Громче! Сергей Невзоров, номер 32. Давай, красавчик, пошла. Письменный Тарас. Березотоп Дмитрий на финише. Поддерживаем. Пропустите меня, пожалуйста. Сережа, я с тобой. Я сейчас упаду. Годына, это твоя, должна быть вместе бегать. 26. Александр Нестратов готовится. Сережа тут. Номер 35. Так. Ну, Антон, конечно, лидер во всей нашей группе. Сейчас он окажется прямо здесь. Лена мне помогает, кодек. Антон, красавчик, давай! Боже, по-моему, я проснимала только его ноги. Я оператор от Бога. Саша! Саша, молодец! Саша! Устань круг. Да, устань. Все, давай, я на транзитке. Давай. Ладно, давай. У нас дочка, да ты что? Осторожно. Победитель. Сережа, сколько тебе кругов? Еще два? Молодец. Давай. Саш, сколько кругов? Сколько кругов? Два? Сколько кругов? Что он сказал? По-моему, два показал. Не общительные мальчики, только Сережа у меня общительный. Как нам везет. Борьба на финише, спортсмены, не отдохнуть. Давай, до конца. Есть финиш. Финишировали участники, финишируют. Финишируют спортсмены под номером 109. Номер 109, Игорь. Финиши. Что это было вообще? Серёж! Мое это солнце! Понравилось? Да! Лучшие среди девушек! На первом месте! 1:04:53! Игорь Полионый, Тим 404! Громче! Аплодисменты! Что-то
это плавание мне не сильно. Били мне в лоб, били тебя? Ну так, очки не забили. Меня чувак плюет, короче, рукой как в голову, как даст. Выбывает, говорит, извини, пожалуйста. О, боже. Я бы хотел сдачу дать, честно. Голову не так зарядил, сука, я тебе говорю. Там же такое месиво было. Да. Я предлагаю вам посмотреть, потому что вы, ну, конкретно ты можешь быть в призах. Заищенко, мне кажется, в призах. Потому что его даже объявили, что он Антон Заищенко. Я за Заищенко приеду. Потому что ему 23 года. Заищенко может. Он же 23 года ему. Да. Ну, так а у тебя другая категория. Мы можем быть третьим. У меня группа 7. Я где-то там, ну я в двадцатку попал. Да смотри, ты в десятку мог попасть. Конечно, передо мной еще. Ты мог попасть в десятку, потому что только лидеры финишнули, вы побежали же уже туда. Посмотри. Я где-то в 15 попал, в десятку. 15. Да ты что, я в 28. Мне кажется, он может быть в тройке свободно, потому что у него категория такая. Еще одна девушка, Виктор. Я на все дом. Который 36. Нормально зашло, ты знаешь. Но вы хорошо себя чувствуете, да? Хорошо, еще побежали. Вот там. Ну, короче, а можно я спросить? Конечно, спрашивай. Ну, не пришла сюда. Участник под номером 146 преодолевает финиш Михаил Мухин. Да. Финиширует участник под номером 63 Алексей Емельянов.